придется выйти из декрета на работу. Когда я приду, чтобы на ужин была готова лапша с сосисками. Лапша с сосисками. Лапша с сосисками. Лапша с сосисками. О, стеклянная лапша из зеленых бобов. Идеально. Так, что-то я еще хочу. Ай, ладно, дома разберусь. Так, кончился, я купил. Что еще? Ай, ладно, это сойдет. Молодец! Вместо лапши с сосисками приготовил салат из фунчозы. Точно, сосиски. Мам, но фунчозы же полезнее, чем сосиски. Ну конечно, сейчас даже курить полезнее, чем сосиски. Ну раз это взрослый, завтра приготовишь борщ. Давай сейчас я расскажу, как его готовить. А давайте проверим людей на честность. Что-то не так? Лишнее? Сынок, дай 5. Угу, ты что, в качалку начал ходить? Молодец, крепкая рука. Что, Гунчик, подойди-ка сюда. Ну что? Спасибо. Слушай, сынок, а твоя рука отличная селфи-палка. Слушай, а давай мы тебе ее ломать будем всегда, когда у меня фотки в инсте кончаться будут. Ну, мам, может, хватит? Знаешь что, тебе не сложно, а маме приятно. Я у тебя 9 месяцев носила, а ты 15 минут постоять не можешь. Да, Кать, скидки! Записываю, диктую адрес. Так, улица Красноармейская. Не дергайся, он хочет, плохое получается. Сейчас в магазине скидки, немного денег я взяла. Но зная себя, я захочу еще. Поэтому, если я приду за этими деньгами, мне их не давай. Ну а если пойду за молотком, беги. Мам! Ань! Че? Ты помнишь, что тебя в школу вызывают? Ну все, я готова. Напомни это, как учительницу зовут? Людмила Павловна. Она в отпуске, вместо нее Сергей Владимирович. Сергей Владимирович? Да это дедушка Людмила Павловна. Дедушка? Ну что, пошли? А чего у нее дедушка? Тоже учитель? Да нет, он владелец нефтяной компании. Он просто любит детей учить. Вот и подменил ее. Владелец нефтяной компании? Да ладно, я же пошутил. Какая школа? Каникулы! А вы просили сделать проверки в обычных ларьках, а не в сетевых магазинах. Ну, давайте проверим. Сколько? 578. Дай, сынок, 600 рублей. О, спасибо. 511 получается. Ну, возьмите. Ваш. О, лишнее что? Да. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Кушайте с удовольствием. Молодой человек, у тебя либо мясо. Спасибо. Ой, а мы вам, по-моему, 100 рублей лишних дали. Давай, не пересчитывали? Я не посчитал. Так что извините, я не пересчитал. Ну ладно, спасибо. Что натворил? Ты знаешь, сколько она стоит? Ты что, совсем без руки?
А ты что это звонишь? У тебя же ключи есть. Мам, я их потерял. Как можно было потерять ключи? Так, я не поняла. Ты что, опять ел сладкое перед обедом? Посиди здесь и подумай над своим поведением. Это же мамины новые очки. А тебя мама не заругает? А вот я своих детей за всякую ерунду ругать никогда не буду. Знаешь, я раньше сама была растяпой. Даниловский рынок на Тумской. Камер нет, товар на развес. Не проверит ли мне его? Все, спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего дня. 100 рублей лишних. Да, спасибо. Сколько? 650? Да. 650. Спасибо. Парикмаш, наверное. Разрез 450. 600. Ого, нифига. Ого, нифига себе. Хорошо, вот пришла. Спасибо, да. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания. Вы много даете. В смысле? 200 лишнюю ось. Да, да, спасибо, 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 спасибо большое. Детка, он понравился. Конечно!